Сначала пожелаем на эту победу сегодня, что последнюю на Футлюке в этом году. Выбили очень успешную настрельбищу. И только хотел коллега спросить сначала о чувствах этой гонки, как было сегодня, как было на трассе, как было на стрельбище. Ну, по сравнению со вчерашним днем, сегодня была жесткая трасса. Это приятнее, на самом деле, чем бегать по сугробам. И не было ветра, поэтому сегодня гонка давалась легче намного. Вчера стартанули, и на сегодня был какой-то определенный кураж или еще что-то. В принципе, сегодня гонка складывалась хорошо. Неудачно чуть-чуть стрельнул на втором-третьем рубеже, допустил свои ошибки и, в принципе, справился с стрельбой и гонкой доволен. Такого примеряю из прежнего текма, с кислого вчерашнего текма, я был данный сландерный, другая, была это вторая дорога, под наипоменно, да не было ветра, да была регулярна, поменно было, это может было знать, поменно на стрельских местах быть на танчем. Я сам был, могуче совершить, допустим, некие напаки на другом, на третьем стрельском постанку, но был довольно успешен на заднем кругу, на заднем постанку, зато можем быть задоволены с полпредставами. I must be satisfied with my performance today because of really difficult track and really difficult shooting range, but I was with one missed target at the second and third shooting, but the key point was the fourth shooting, the last shooting, where I took all the five targets, and that was the key point of today's competition, and I was very good on the last lap, skiing, and that's the key point of today's race and my win today.